Всем привет, привет. Всем привет, друзья. И мы едем за нашей мелкой. Она у нас на гимнастике. Мы сейчас ее едем забирать. Потом у нас план еще заехать в одно место. Чтобы мы сразу карты не раскрывали, держали всех в напряжении. Угу. Вот так вот. Да, Ульяна сейчас на гимнастике находится. Она, наверное, будет сильно уставшей, зачуханной, но ничего страшного. А я не думаю, что. Мы еще на велосипедах, может, поедем попозже. Да. Тоже сегодня я рано с работы, вообще супер такое. Первый раз за лето случилось. Вот так что... У нас вечерние планы, семейные. Грандиозные. Семейное время. Family time. Какой-то можно интересный фильм посмотреть. Мы каждый день смотрим. У нас Человек-муравей, мы не посмотрели. Сегодня у нас немножко побольше времени. Человек-муравей. Вот, он мне вообще не понравился. Мы не досмотрели вообще-то. Так, значит, от нашего дома к спортивному комплексу ехать нам приблизительно 6 минут. Все рядышком находится. Ну, вот все, вот что удобно. У нас есть супермаркет, спортивный комплекс. И до работы я на хайвей выезжаю быстро. То есть, ну, у нас локация вообще развязка суперская. Хорошая. Не надо нам в пробках, кстати, все такое. Через весь город ехать, кто там первый. Ну, и ближайшие магазины так же самое, 6 минут, да? И парки еще. У нас, ну, зеленая зона классная. Мы там, где на велосипедах катаемся. Плюс в каждом райончике еще по озеру стоит. Так что вообще чика-бамбони. Чика-бамбони. А что это было? Песня какая-то? Да. Ладно, все, переключаемся на Ульяну. Да, все. Мы на месте, где Ульяна. Она по сигналу. Видишь? Ага, вот наша красотка. Ну. Привет! Ну что, как ты? Хорошо. Привет. Устала? А ты рано приехала? Да. А я говорила, сейчас будет. А ты рано приехала? Так, устала? Не очень. Как тебе твой новый тренер сегодняшний? Там Джин и другая девочка была. Она, наверное, судья. Они вдвоем, да? Да. А как кто тебя тренировал? Больше бабка? Студентка больше. Бабка или старая? Студентка. Ну, да. И как, нормально? Ну да. Нравится. Угу. Она гоняла вас? Она смешная. Джин тоже такая смешная. Ой, стала. Канатка? Ну да, я думаю. Мне вот эта Джин, это тренер тоже. Она долго здесь работает. Она мне очень нравится. Она очень старенькая уже, конечно. Да, ребята, сколько ее лет? 70-80. Мне нравится моя этот wallpaper. Но она очень нравится. Твой вот розовенький. Да. Но она как тренер хороший, мне нравится. А Ульянин тренер, он уехал в отпуск. В отпуск. Так, сейчас едем в одно интереснейшее место. Мы еще не сказали, куда мы едем? Нет, давай там на месте скажем. Да? А вот узнаешь. Итак. Итак, друзья, долгожданная встреча. О, встреча. Я понимаю. Мы тебя уже встретили, да, с, да, работы. Да. Короче, друзья, мы в Костко. Да. Наконец-то мы решились. Мы хотим взять вот эту вот штуку. Угу. Микроволновку. Да. Это получается подороже. Такая же. Блин, она же такая же. То есть Genius 1200. В Walmart. 1,3 кубических фута. То есть как у нас дома, большая. С кнопочками, с выборами, со всех такой. Прихит, рехит, попкорн, мамкорн, дефрост, фрост. Ну, разморозка. Смотри, мне кажется, классно впишется она в нашу кухню белую. Вот ты. Смотри. Белый ободок, да. Ну, она не будет видно, что... Не, немного будет видно, что белая. И вообще супер, ну, я довольна. Смотри, тут такой немного матовый. Ну, здесь, да? Понятно, залапается там туда-сюда. Ага. А вот ну, здесь мы будем... протирать. А да. Вот та не сильно бы вписалась. Ну, вот это лучше, конечно. То есть разница между этой и той? Да нет. Ну, как бы $40. Мы еще дома покажем, как было до... И как после, да, обязательно сравним старую микроволновку и новую. Ну,
Вообще супер. А ну быстренько. Что? Посмотрим опции. Так, автокук сеттинг тут есть. Ну все, в принципе, блин, все нам, есть. Что нам надо? Все, да. Что надо, есть. Раз так. Под мою белую футболку, белая микроволновка. Пусть тебе нравится? Пару слов. Да. Удобно тебе будет пить? Так вон она, Ульяна, там удобненько тебе будет? Смотри, ты будешь цифр не крутить, как у нас, а ты будешь там 40 секунд. Ты такая раз, 40, нажала, старт, все. Вообще-то я на 30 ставлю. Ну как хорошо, захочешь, 30, господи. Да. И, ну, это чуть не мне сложное было, я не могла 30 там делать, но это мне еще легче, потому что это лучше. Сразу, ну, это лучше. Может, из-за этого она стоит дороже, чтобы там легче нажимать? Угу. Ладно, тут видишь, ты можешь смотреть, Буся. Тут будет 3. Вместо того, чтобы нажимать 30, ты просто нажимаешь квик. Квик 30. Открыть. Видишь, квик. И тебя сразу 30 секунд. А, оно. Да не, нормально. Посерединке надо просто. Так, все, друзья, взяли мы Панас. Дядя Панас с нами, белый. Панасоник. Так, и еще. Хотим посмотреть здесь компьютерный стол. Едем мы на кассу. Компьютерный стол посмотреть для Ульяны в комнату. Едем на кассу. Угу. Едем. Едем до дома. До дома? До дома. Так, стоим в очереди. Да. Короче, стола не было. Угу. А чем мы решили, что он есть вообще? Он был. Да? Да, еще такая цена, то ли 180, то ли 200. Похож на наш серый. Короче, стола нет, едем до дома. Да, домой. Взяли печку. Едем до дома. Будут пирожки. Кто тебе сказал? Ну, печку, мы же печку купили, значит пирожки. Ребята, мы уже дома. Сейчас хотим быстренько поужинать, да, хотела сказать, перекусить. Вот. Будем первый раз пробовать такую интересную. Ну, вроде как, да. Вот. Еще приготовила салат с редиски. Ну, чудо. Ну точно, да. Что-то похоже на котлету по-киевски. Типа там сырки что-то. Да. Рис. Да. Рис. Ух рис. Ты, да. Ну, пробуй. А, типа сразу. Так я думаю, пюрешку сразу. Так ты же сказал, что не хочешь. Я не хочу. Пюрешку? Да. Я сказала, ты же спросила с мясом. Не, я просто. Так, ну на. Ну, спасибо. Ну, ложи себе на это. Ульяна, Уляне разрежь? Она будет такое есть? Ну, вот. Вкусно? Можно я попробую? А ну. Очень вкусно. Мягенько, да, сочно. Ну. Бомба. Понравилось, просто правда, Ульяна? Непонятно, что внутри. Может, масло? Может, масло? Сливочное. Я бы не сказал бы, что свеж, да, а вот. Салат пробовал? Угу. Салат вкусный. У нас минералки в отдельнике нет? Вот, ты сок достал, ты сок. А да. Минералки нет в холодильнике? Я не знаю. Так как только садимся ужинать за стол, он меня... Так, есть. Пиво тоже есть. Хочешь сок? Да, хочу. На. Скажу, тут дитя собрал последний стакан. Последний стакан сока. Мам, я дам. Какой же ты жадный. На. Спасибо. Спасибо. Так ты будешь пирожков еще мясо? Нет? Мясо я не буду, я сказал. А-а-а. Мясо это масло внутри. Наверное. Котлету с пирожкой. А мясо я сказал, я же не буду. Но вроде котлета по-киевски готовится там внутрь масла сливочное ложится. Я скажу, что котлета по-киевски 100 раз вкуснее. Так это и называется, как там, Киев, что там. Ну, сейчас я вам покажу. Не, она так и называется по-киевски. Но котлета по-киевски 100 раз вкуснее.
Я давно не пробовала. Вот, смотри, смотри. Это наша любимая фирма, вот эта. И бургеры очень, котлетки на бургеры очень вкусные. Вот пишут Chicken, Chicken Kyiv. Мы как заказывали вот это, мы вообще не понимали, что там, что нам ожидать. Ну вот. Не, ну я не думаю, что в следующий раз мы будем заказывать. А чего? Ну, дорогое удовольствие, правильно? Я думаю, не, там одна штучка $5. Мы заказали? Нет. Бургеры вкуснее. Пока там самое вкусное, это бургеры. Пулпорк. А мне пулпорк. Мы сэндвичи делали. Можно мне пурешку? Дай эту тарелочку. А ты тебе пирожки не насыпал? Ну, вот сыпь. Нет, не надо сыпать, не надо. Ну, я насыплю вам. А ну, я хочу вот эту позолочить. И что-то еще мы. Ребра. И ребра? А мы еще не пробовали. Йоку. Чистый надо. Это твоя. Ты здрасте. Ела, ела. А мне понравилось вот это. А начинка не та, вообще ни о чем. Ну, как бы она для канадского может вкусно, а... Тебе картошки положить, пюрешки? Немного. Или не надо? Можно мне еще? Положи. Хоть? Или еще? Пюрешка вкусная, да? Очень. Можешь что мне... Что там моя железная ложка аккуратно? Можно ты мне тоже? Что? Пюрешку. У тебя же есть тарелки, Буся. Да ешь сначала. Вот именно. Ребенок. Мясо он. Ты же мясо ешь что-то, что-то не пюрешку. Не хочу мясо. Салат. Ну здрасте. После гимнастики пришла, надо мясное. Да она и так съела почти все. Там была маленькая котлетка. Улян, давай. Это если по-киевски вот такой лапать, ну, да. Другое дело. Все голодные. Угу. Масса какая. Вы, ребята, не переключайтесь, мы еще будем устанавливать микроволновую печь. Так мы еще, может, на великах успеем съесть? Может. Давай по очереди. Сначала микроволновую печь, а там, ну, наверное, да, да. Потом вкусный чай. Я думаю, что будет алавин, когда мы все это сделаем. Ты что? Там быстро. Я считаю, ты что, не я думаю, что будет один. Я тебе за день установил, кровать разобрал и собрал. А что ты думаешь? Микроволновку целый день будем устанавливать. А мне майонеза не хватает. Не сметаны надо было, а майонезом заправить. Ну, по-моему, ну, он же так называется, весенний, а-ля весенний. Ну что, показываем результат до. У нас тоже фирма Panasonic, она хорошо прослужила, да? Мы были довольны. Вот. Ну что, давай, распаковка у нас. Да. Ну что, вот так смотрим. Такой внешний вид кухни. Да, вот, напоминаю, фирма Panas. Угу. Сейчас все быстренько делаем. Чик-пик. Распаковка. Мы уже профессионалы. No. Распаковываем. Упс. Вот. Да, давай. Ага. Будет лучше, как ты думаешь? Ну, белое с белым, да, я думаю. Ну да, сочетаться. Немного получше. Так, как мы его отсюда достанем? Тебе помочь, да? Ну все, мы попрощались с нашей старой микроволновкой. Покажем место. Вот. Специальное место для розетки, да? Удобно. Ну давай. Ну что, мы установили уже. Смотри, беленькая. Ну, конечно, лучше. Да, вообще. Вообще классно. Да, вообще. А вы можете вырвать ежу туда положить? Ну, арбуз, что? Давай... Нет. Так, подождите, а ну, ребята, дайте... Давайте, мать, это ж... Вау! Ну, классно. Ну, она немного повыше, да, мы? Да, она повыше, чем та, но не такая глубокая. Угу. Та была вообще багромозная. А ну, давай, открывай. Все, мы открываем. Та-да. Ну да, та побольше да. Внутри была. Угу. Пошире, да? Угу.
Смотри, тут даже вам это. Sensor cook numbers and menus. Вот здесь. Суп. Ну, ты же можешь там поставить, запрограммировать там что-то. Ну все, закрывай. У нас тарелка есть, да? Давай, положи тарелку. Да, да. А ну. Ну, я довольная. Да? Но, да. Ну, та уже совсем. Та-да, та уже, бедняжка. Не хотела работать. Вау. Все, здесь все поснимали. Пластик там. Класс. Ну, симпатично, симпатично. Но. Вообще хорошо, я довольна. Так, а старую выбрасываем. Можно даже и не мыть. Класс. Смотри. Ну все, я нарадоваться не могу. Зеленый чай. Да. А, прям зеленый? Зеленый чай с кусочками экзотического манго. Манго. Так, у нас пахнет прям. Шоколадки. По пол шоколадки везде. Это там с перцем. Я знаю. Вот, Антон, нет, давай нет. Тортик порежь. Это. В смысле с перцем? Ну, посмотри этикетку. С красным? Для начала, да. Да, с красным. Ну, такой... Сама ешь. И перченый немного. Такой интересный вкус. Все, вскрываем нашу шкатулку. Да. Сейф. Так, покажу в разрезе тортик. Такой неплохой, домашний. На. Разрез. Разрез. Остатки. Разрез. Ух ты. Так. Тоненький, да. Чтобы мы не доедались. Да. Это вам две, а это мне. Угу. Такой чисто. Паренек. Ну что, Ульяна? Вкусно. Вкусный? Угу. И как тебе шоколад? Мы видели. Мы видели. Мы все видели. Потом поднимешь. Наступит и поднимет. Это точно. Что это за звук? Это посудомойка работает. А мой самый большой остался. Вот этот? Ну что, приятного нам чаепития. Приятного чаепития. А что мы это? Что? Фильм будем смотреть? Да, какой? Да. Отец. Ух ты. А мы не драма. Драма. С Энтони Хопкинс. Вроде пишут, что его самая лучшая роль. Ничего себе. А какого года фильм снят? 2021. Новый? Новый. Новый. Интересно, посмотрим обязательно. Ну. Называется «Отец». Отец. Так. Все? А есть еще книга «Отец». Помнишь, я тебе говорила? Да, что такое? Так она и называется вроде, не? Тоже многие рекомендуют. Это «Трансформатор» что-то там, да? Ну, не помню, что такое. Ладно, ребята. Ладно. Прервемся мы на тихий час. Ну. Сейчас чуть посмотрим, спаемся. Завтра на работу всем. Каждого своя работа. Чуть-чуть неправильное время показывает. Одну минуту. А то я чуть-чуть поздно поставлю. Ну так, в принципе, нам приблизительно. Они обсуждают микроволновку. Ну, у нас там часы, на компьютере часы, а Ульяна все равно прибегает к нам, спрашивает, сколько времени. Да ладно. Она привыкает понемножку. Смотрит. Не, она в компьютер смотрит. Она сидит в телефоне в комнате.
А потом выбегает сюда, смотрит на печку, сколько времени. Ну, она не привыкла. Ну, она такое вступает в взрослую жизнь. Все, будем прощаться. Угу. Всем спасибо. Всем спасибо, что были с нами. Кто Всем был с пока. Нами. Всем пока-пока. Пока-пока.